Вас вітає телеканал «Миколаїв», в ефірі програма «Розмова на тему». В студії я, Валерія Суботіна. Сьогодні, як завжди, по середах у нас в гостях представники різних національних товариств. Зустрічайте, будь ласка, голова Ради старішин, заслужений працівник культури України Султан Мурад Джамалтудінович Каймаразов та Захарян Левон Артемович, помічник голови адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради, вчитель історії Вірменської недільної школи міста Миколаєва. Вітаю вас. Здравствуйте. Розкажіть, будь ласка, про функції старішин. Чим вони займаються? Що це за рада? Ви знаєте, ми люди восточні, а ми як-то в робочому порядку, коли ми обговорюємо подобні питання, ми знаємо, що Восток – діло тонке. Еще года два тому назад мы проводили заседание Совета национальных обществ. Это было в муниципальном коллегиуме. И приняли такое решение, что необходимо создать Совет старейшин. И изначально было предложено каждому председателю общин выбрать наиболее уважаемого человека в своей общине, имеющего очень высокую репутацию, и предложить Совет старейшин. Мы продолжали работать, как в Совете национальных обществ. И буквально вот 8 июня 2016 года все-таки мы решили провести совместное заседание уже Совета старейшин вместе с Советом национальных обществ Николаевской области. В чем эффективность подобного органа? Является ли она надструктурой? И другое, и третье, и пятое. Восток говорит, что когда человек проживает определенную судьбу своей жизни, он становится мудрее, он учится прощать, он может предлагать новому поколению, но он может предлагать тогда, когда к нему обращаются за советом, за поддержкой. У нас на Востоке так. Поэтому для нас гораздо эффективнее, имея совета старейшин, мы можем предлагать сами принципы работы самого Совета национальных обществ вообще, и в том числе в самой той общине, которую он сегодня представляет. Поэтому Леон Артемович является как бы членом Совета старейшин, Совета национальных обществ Николаевской области, который предложила Союз армян Украины в Николаевской области. Вы можете спросить, каковы все-таки являются функции. Вот у нас есть такое вот положение. Я перепью, пока я не забыл. Я вот сейчас прислушался к словам, да, Мураджаловича. Я вот добавлю следующее. Не забываем, что мы живем в Украине, надо вспомнить историю Украины. Ведь всегда, в старину особенно, народ прислушивался к мнению старших. Сейчас это где-то стерлось, подзабылось, но нельзя забывать хорошее, нельзя забывать историческую правду. Но все ж таки мы слушаем наших батьков, то есть это все одно. Конечно, всегда все народы прислушиваются к своим старшим. Все, прошу прощения. Это очень важно. А даже обязательно, в семье, это мудрость. Они передают свой опыт, делятся. Да, абсолютно. То есть мы исходили именно из таких вариантов, потому что так, с одной стороны, репутация Совета национальных обществ еще больше вырастет. С другой стороны, все программы, которые будет проводить Совет национальных обществ, будет помогать Совет старейшин своим авторитетом во всех направлениях. Формирование бюджета, проведение культурных программ, образовательных проектов. То есть наша задача как можно масштабнее поддерживать новое поколение Совета, потому что пришли новые, молодые люди. Конечно. И к удивлению нашему, мы это проводили в процессе презентации немецкого общества. Да. Екатерина Майер, она является преподавателем нашего университета в Могилянке, она является председателем. Вот мы обычно, когда заседания проводим, мы проводим выездные в одном обществе, в другом обществе, и там уже коллективно сами принимаем решения. Далее, конечно, все эти решения мы отправляем в соответствующие государственные учреждения для того, чтобы вопросы разрешались. Потому что мы работаем всегда в очень большом контакте с государственными структурами государственной власти. Вот у меня, конечно, под рукой здесь есть положение о Совете старейшин. Есть права, обязанности. Но я зачитывать не буду, я лучше просто расскажу. Наша задача рекомендательного характера. Так, не наказного, а рекомендательного. Конечно, конечно. Совет уже примет уже решение. Я думаю, что рекомендации Совета старейшин, они никогда не будут глупыми. Они будут очень полезными для самого Совета. В том числе и любой общине, которая сегодня работает. Поэтому я всегда говорю, репутация организации.
Потому что, да, когда она сохранена в течение многих лет, вот, эта организация пользуется популярностью и уважением. И, несомненно, конечно, мы будем делать все для того, чтобы Совет набирал свои обороты, имел, конечно, хорошую репутацию и уважительно относились к каждому выбранному лидеру любой общины, которая сегодня у нас есть. Это правильно. Да. Левон, скажите, пожалуйста, да, какая ваша точка зрения щодо Рады старейшин? Я абсолютно поддерживаю, я и на первом заседании поддержал эту идею. Ну, во-первых, элементарно. Я повторю то, что сказал Мурат Джалалович, но я повторю, скажу то же самое. В Совет старейшин избираются, в каждой диаспоре есть люди, которые пользуются наибольшим уважением и авторитетом. И нередко к ним прибегают, как к третейским судьям, сами представители диаспоры, чтобы те люди помогли им разрешить какие-то вопросы или проблемы. Вот. К их мнению прислушиваются. Этих людей и выбрали вообще, или выбирают вот в такие организации, как Совет старейшин. Все, естественно, эти люди должны быть примером для молодежи, для более молодого поколения, вот, и защитником интересов своей диаспоры. Все, да, правильно. Да. Так, це правильно. Левон, а які ваші функції в адміністрації Заводського району? Я являюсь помощником главы Заводской администрации. Мои функции, ну, понятно, там в основном связь с населением. Скажем, я общаюсь, контактирую с людьми, узнаю, какие у них проблемы, жалобы, передаю своему руководителю для того, чтобы он их решал. Кстати, решает действительно, мне понравилось, как он решает эти вопросы. Вот, действительно, люди многие благодарны. Вот. Ну, естественно, я там, в этой роли я еще и, скажем так, выражаю интересы представителей диаспор. Это Николаевской области. Это очень даже, кстати, хорошо. Естественно. Когда представитель другой этнической группы, да, является советником, он как бы знает жизнь этнических народов на этой территории. Для нас тоже это очень важно, для Совета национальных обществ, потому что мы можем получить полноценную информацию о стариках, о детях, да, о жизни в этом районе. Вот вообще я советую многим в администрации, кстати, чтобы каждый назначил представителя разной этнической группы, например. Да. Вот, и с одной стороны у нас будет дружба более, конечно, теснее с учреждением государственной власти. Об этом я чуть позже расскажу. Конечно. Ну и также я работаю, я вхожу в правление армянской диаспоры, я преподаю, я профессиональный учитель, преподаю историю в армянской воскресной школе, историю народа, хожу, выступаю с лекциями по вузам, как и представители других диаспор, с лекциями по учебным заведениям, это вузы, это школы Николаева, рассказываю о истории, культуре, как я всегда в начале лекции предваряю фразой такой, что для того, чтобы лучше знать историю, культуру другого народа, и не было недоразумений, или тем более, не дай бог, конфликтов. Вот. Ну, по армянской диаспоре могу сказать так. У нас есть церковь, которая объединяет, кстати, на деньги диаспоры была построена, вот, при поддержке властей. У нас есть диаспора, в которую, ну, примерно входит 10 тысяч человек. Председатель диаспоры нашей, кстати, Артур Гензелович Кохликян, недавно был награжден медалью от Министерства диаспоры Армении. Он не любит, скажем так, говорить об этом, но я просто знаю, я подчеркну, это за гуманитарную помощь. Кстати, в первую очередь, это в зону АТО, это различным детским медицинским учреждениям, включая больницы, санатории и так далее. Вот. Вот за это, за гуманитарную помощь, потому что мы живем в Украине, это наша родина вторая. Так. Ну и школа еще воскресная, и забыл сказать, извините, еще есть ансамбль детский «Наири», он вот недавно в Болгарии в этом году получил кубок на международном фестивале творчества, и армянская молодежная организация. Це чудово. Мурат, розкажіть, будь ласка, незабаром відбудеться фестиваль національних культур дружби. Як він буде проходити? Ну, как раз этот вопрос мы рассматривали вот, на заседании совета 8 июня, обсуждали, каким образом его проводить. Было несколько вариантов: Коблево, Николаев или просто в Николаеве. Все в конечном итоге зависит от бюджета самого фестиваля. Хочу вам напомнить о том, что когда в свое время был
очень активно работало Министерство культуры со всеми областями, в том числе Государственный комитет по делам национальностей. Это был эффективный орган, который был ликвидирован. До сегодняшнего сегодня такого органа не существует. И почему-то все функции передали на места. И на местах тоже сегодня не существует такого органа. Я не могу понять, конечно, почему это произошло, потому что вопросы межнациональных отношений должны лежать всегда на острие государственной политики и стратегии государства. Вот. Но я иногда сам себе говорю, значит, недальновидные политики поступают таким образом. Хотя я сегодня являюсь советником председателя областного совета Москаленко Виктории Викторовне, и моя задача также заключается, как Леонид Артемович, своевременно доставлять информацию. Теперь по дружбе. Мы всегда привыкли проводить масштабные фестивали, демонстрируя Николаевскую область. То есть задача наша, каждого гражданина, как можно больше эффективно представлять своими поступками, своими делами свою область. Наша задача – это мир, дружба, взаимопонимание, бесконфликтных процессов. То есть мы эту функцию выполняем в течение многих лет. То есть мы хотим пригласить, если так говорит, большое количество творческих фольклорных коллективов разных этнических народов, потому что Украина многонациональная. 132 национальности, живущие на территории Украины. Европейская хартия говорит о том, что там, где многонациональная территория, должны быть языки общения. Поэтому ничего удивления, что мы с вами сегодня общаемся на русском языке. Таким образом, мы соблюдаем пункт номер один Европейской хартии, которую подписала Украина. А вы можете спросить, спілкуєтеся ви українською мовою? Ми дуже гарно спілкуємося українською мовою. Або мова російська є мовою міжнаціонального спілкування в югу України, Херсон, Одеса, Миколаїв і інші города. Поэтому мы построили так программу, как Организационный комитет Совета национальных обществ и правления. Мы обратились, не поверите, в Верховный Совет Украины. Но до начала, до обращения к Верховному Совету, мы обратились в областной совет с просьбой включиться всем политическим партиям в реализации этой программы. И программа называется «Объединяем Украину». Так. Да. Почему? Потому что, когда видишь ситуацию, происходящую в государстве, мы же не слепые. Мы же видим всю экономику, стратегию, политику и многое другое. И задача общественности – это соединить людей разных национальностей. Но вот этот фестиваль дружбы, как является одним из элементов нашей области – объединить людей. Я обратился ко всем депутатам областного совета с просьбой. Ребята, друзья мои, включитесь в общий процесс. Мы вместе все проведем масштабную программу, пригласим гостей из других городов Украины. Пока, конечно, отзывы только нескольких депутатов. Депутатов национальных меньшин. Понимаете? Ну, они сразу сказали, там, Гемаев Хасан, например, он является депутатом областного совета. Вот. Потом компания, у нас есть Росток, там таджики работают, Рустам и Тахир. Они тоже сказали, мы, Мурат Джамалович, поддержим, поможем. Но мне важно одно, чтобы каждая политическая сила, представляющая сегодня областной совет, сказала, несомненно, дружба главным элементом в обществе. И мы поможем. Параллельно мы взяли на себя смелость, написали председателя Верховного Совета, что мы этот лозунг «Объединяем Украину» должна по всей Украине звучать. Так, вот это, звісно, на это очень важный элемент. Так. Мы являемся тоже политиками, только политиками взаимоотношения, сохранения Украины как целостного государства. Абсолютно. И мы свою работу делаем через культурные проекты, через культурные программы, не вмешиваясь в другие процессы, которые происходят в политике. Поэтому мы взяли на себя смелость и будем буквально завтра почтою отправлять непосредственно председателю Верховного Совета наше обращение, наша программа. Теперь вы можете спросить, какова все-таки ваша программа? Так, какая будет программа и кто будет вам допомогать? Программа такова. Мы обращаемся где-то в 12 городах нашей Украины с просьбой приехать творческие коллективы. Разные. Болгары, поляки, немцы, русские, все армяне, все. Азербайджанцы, все. Греки. Вот. И многие другие этнические. Западной Украины. Мы попросили, мы обычно к нам приезжали, румыны. Румынский, очень интересный. Румынская диаспора, да. Вот, к москалю. Колоритная, да. Я подготовил отдельное письмо москалю, которое я очень хорошо знаю.
Москале он работал председателем Державного комитета у нас и помогал всем этническим народам, он был председателем, да. Вот тоже пытаюсь включить в этот процесс, чтобы наша Николаевская область еще раз продемонстрировала, показала, насколько она является мирной, многонациональной. И таким образом, значит, мы будем готовить Скоблева, то есть Коблева. Хотим это сделать так. Как оно получится? Мы принимали это решение. Будем мы стараться. Боялись принять решение, потому что это большие расходы транспорта. Конечно. Это большие расходы. Питание, проживание. Проживание, все это. Но вы извините, любой человек должен брать на себя определенную ответственность и смелость. Есть деньги или нет, в основу мы должны заложить обращение к людям для того, чтобы поддержали. Мы это сделали. Если вдруг у нас не получится с бюджетом, мы в городе Николаеве. С 15 по 17 число будет фестиваль. 15 числа приезжают гости в Коблево. Мы их размещаем. Там готовят масштабную программу в Коблево. Вечера знакомств. Начинается с Коблево, так? С Коблево. Ну, да, вечера знакомств. То есть мы намерение так построили программу. Так написано в этой программе. Потом они выезжают в Николаев. В Николаеве мы обратились ко всем районам. Я уже побывал как раз... С Леоном Артемовичем, в связи с тем, что он еще является помощником, я побывал в Коренихе, встретился в управлении культуры. И мы приняли решение, в каждом центральном, ленинском, заводских районах будут большие концертные программы именно как раз 17 числа. Ничего себе. 16 числа они приезжают там и так далее. То есть, нужно ли это делать? Это очень важно. Это великомасштабное сегодня, свято. Именно сегодня время такое пришло. Нужно объединять Украину. Объединять. Несомненно, нужно это делать. Это уникальнейшая страна с красивым народом. Ее красота заключается в ее интеллекте, в ее культуре. Это мы с вами, люди разных национальностей. Давайте мы это сделаем. Поэтому я, как председатель Совета старейшин, беру на себя эту ответственность. Я говорю, как всегда, как командир, беру на себя ответственность, веду за собой команду людей, как всегда я ее вел 25 лет. И мы ее проведем на высочайшем уровне. Мы включим в этот процесс государственные учреждения. Мы подписали сегодня, пока устное соглашение, договорились с управлением социальной защиты Ольга Викторовна Симопляс. Наиболее эффективнее начать сотрудничество, потому что наших представителей много. Да. И сегодня уже идет помощь. Вот корейское общество получило уже помощь, поддержку. То есть от нас зависит многое, от общественности. Насколько мы преподнесем свой продукт, предложим государству, которых мы выбираем. То есть мы являемся заказчиками услуг. Нужно об этом помнить всем государственным чиновникам. Мы вправе принимать решения, кто должен на самом деле. Мы должны выбирать профессионалов, знающих свое дело. И больше акцента делать на новое поколение, молодое поколение. Обязательно. Потому что они изменят этот мир. Вы они по-другому построят государственную стратегию. Вот такие мы аксакалы. Да. Слухайте, ну таке свято в таких руках, це можна просто порадіти буде. У нас буває всегда, вы понимаете, вы, если вы, может быть, вы только недавно с нами начали общаться и работать, ну, помните, в любое время, когда мы выходим здесь в эфир, когда мы говорим о любой программе, она реально реализуется, дети, мамы, пенсионеры ждут, когда фестиваль «Дружба» будет. Понимаете, полный зал, места не бывает. Люди ходят. Сегодня снова будем делать парад в вышиванках, в костюмах национальных, начиная с Каштанового сквера. Это будет уникальнейшая программа. Поэтому я обращаюсь снова. Уважаемые мои депутаты, областного я имею в виду. Ребята, не жалейте на такие вещи деньги. Я сам свои деньги положу для того, чтобы эти вопросы решать. Мы должны вместе с вами показать Николаевщину единую и неделимую. Вот наша главная сегодня задача в такой период на этой страны. Так, это если правильно. Позволите, я продолжу. Конечно, в такой тяжелый период экономического и политического кризиса в стране только народ, население Украины, поможет, ну, это мое глубокое убеждение, может показать свое лицо, единство. И вот такие фестивали, вот такие мероприятия помогают объединять людей, представителей разных народов. И эти люди в своем единстве будут создавать новую Украину.
Так, и люди сами себе помогают. Себе, конечно. А насчет фестиваля дружбы, я скажу, вот, расскажу маленький такой пример. Недавно, значит, в конце апреля, маленький мини-проект «Дружба» был проведен в школе номер 12, в нашей городской школе. Как говорится, там хотели сначала мы, представители двух-трех диаспор, сделать маленький праздник «Дружбы». Но организаторы, представители школы сделали на 6 диаспор. Вы видели, какой праздник дружбы получился. Я, профессиональный учитель, столько лет отработавший в школе, сам получил массу удовольствия. Вся школа, 6 диаспор, вся школа с удовольствием, и дети, и родители, и преподаватели приняли огромное участие. И все вместе и пели, и танцевали, подпевали, и грузинской диаспоре, и под цыганские танцы, и под хаву-нагилу танцевали. То есть 6 диаспор, представьте, и это был великолепный праздник дружбы, закончился общим хороводом. Вот. Естественно, и украинские песни были тоже. Вот это объединяет. И вот было видно на примере этих маленьких человечков, да, которые пошли первый, второй класс, ну и старше, было видно, как они, невзирая на различия вроде бы по документам, по национальности, как они все дружны и как они объединены. Кстати, я хочу дополнить. И поэтому не зря лет 5 тому назад мы вышли с инициативы создания информационно-аналитических центров в каждой школе. И то, что я говорю, у нас подписаны договоры социального партнерства с учреждением образования. Понимаете, с учреждениями культуры. Это вот этот элемент работы любой общественной организации. И когда таким образом мы формируем единый продукт. Продукт полезный для общества. Для чего мы на Земле живем? Творец создал нас, дал определенное время. Есть начало и конец. Вот давайте этот путь пройдем, чтобы, оглянувшись, каждый сказал... Господи, какой я путь хороший прошел. Не зря прошел этот путь, и что после себя оставил. Все так, правильно. Слід у історії. Да. Я знаю, що зараз відбувається, що ви шукаєте хлопця, який зник, 17 років йому. Вот к нам, ну, понимаете, если тут говорить в целом о принципах работы совета, она не только заключается в вопросах культуры и образования проектов. Да. У нас есть много социальных вопросов. Есть и инвалиды свои, значит, понимаете, есть люди, которые живут в очень тяжелом материальном положении и так далее. Вот, буквально недавно к нам обратилась мать. У нее дагестанка, это с моей диаспоры. У нее пропал сын, ему 17 лет. Уже нету более 2 недель, его нету, она не может его найти. Соответственно, конечно, в соответствии с требованием нашего устава, значит, мы обратились в наши правоохранительные органы с просьбой о том, чтобы разыскать этого мальчика, потому что он пропал. Его фамилия Балиханов Шамиль Райдынович. Мама написала заявление во все структуры силовой структуры и в службу безопасности, СНБД. И в МВД она написала. То есть везде, где реально может эти органы могут заняться разыском. Вот. У нас уже появилась некоторая информацию о том, что где он даже находится. Так, то есть мы сами уже, да, мы сами нашли, а примерно в каком районе, мы сами нашли, через какие учреждения он прошел туда. Вот. Я думаю, что в ближайшее время молодой человек вернется домой. Мы надеемся на то, потому что, во-первых, почему? Вот сейчас я объясню. Не потому, что там мы тоже занимаемся параллельным розыском, а потому, что сегодня пришло новое поколение работников милиции. Хотя, Леон Артемович, я просто очень долго работаю с милицией. У нас были прекрасные следователи в свои времена. Вот. Мне иногда бывает даже жаль, когда эти люди увольняются. Да? Вот, ну, смена приходит, понимаете, конечно, новое поколение. Таким образом, мы общественность должны идти с большим доверием к новому, к новой системе, новым реформам, которые идут. Доверять им, вот, и вместе с ними работая, помогать им в розысках своих соотечественников. Таким образом, это есть элемент строительства государства. Да. Поэтому у меня нет сомнений, к 20-му числу, мне кажется, я думаю, что ребенок появится, и мать будет рада этому. Потому что каждый день на связи она находится с нами. Она одна воспитала ребенка. Вот. Подобных случаев у меня были лет 10 тому назад. Мне пришлось вытащить с Малайзии девушку, украинку, которая закончила наш пединститут. Вот. Она
когда уезжала, консультировала с нами, и мы запрещали ей выезжать. Угу. Вот, ну, так произошло, что она выехала, но потом мы оттуда, она созвонилась, мы дали совет, что нужно сделать, обратилась в посольство со своим паспортом, и она тут же выехала. То есть мы стараемся помогать максимум всем гражданам, независимо от национального происхождения. Конечно. Это принципы устава. Устав так и написано, оказывает поддержку представителям разных этнических групп. Конечно. То есть, ну, совет для этого и служит. Слава Богу, что репутация у нее высокая, и, да. и дети, школьники, и взрослые, и пенсионеры говорят, что мы хорошо знаем. Знаем за рубежом, мы, у нас есть сертификаты ООН, у нас есть сертификации различных международных организаций, мы членами организации, есть одной из крупнейших международных организаций, поэтому мне очень рад, как старейшине, вот мы с ним сидим, Леоном, вот здесь впереди нашими николаевцами выступаем, говорим, но мы хотим одного. Мира і дружби. Вот это ми хотіли. Так. Будемо сподіватися на те, що хлопець в скорому часі появляться вдома, разом зі своєю матір'ю буде знаходитись. А я дякую вам, що ви завітали до нашої студії. Нагадую вам, шановні телеглядачі, з вами була програма «Розмова на тему». Я Валерія Суботіна. Прощаюся з вами. До нових зустрічей. Благодарим за внимание.